Я хотел бы обратиться к вам по поводу 14 октября. У нас в целом по всей стране произойдет отключение аналогового вещания. Это финальная точка по переходу на цифру. И, конечно же, мы бы хотели, чтобы этот процесс прошел безболезненно, только с положительными эмоциями, потому что, по большому счету, это 20 каналов, которые высокого качества и бесплатные. Но есть вопросы, которые мы должны были решить. Большая работа была проведена по категории социально незащищенных граждан. Огромную работу провели волонтеры, органы власти, муниципалитеты, министерства наши. И, конечно же, очень важно, сейчас осталась как бы финальная часть. Я обращаюсь к главам районов, городов. Еще раз проведите необходимые процедуры сегодня, завтра, на личном контроле. Надо увеличить количество волонтеров, там, где есть заявки, там, где могут возникнуть какие-то вопросы. Обеспечьте транспортом, обеспечьте там всем, что необходимо. Вот 2 дня у нас, есть у нас контактный центр, вот Аэро-13 здесь, обеспечить координацию как министра, республиканский штаб работает. Но на местах персональную ответственность несете руководители городов районов. Этот вопрос обсуждали и с руководством страны. Значит, по нашей просьбе мы сместили переход, но уже дальше вся страна переходит на цифру. Поэтому просьба обеспечить качественную работу во всех населенных пунктах.